Я новый сиреноголовый. Успей поставить лайк за 5 секунд и подписаться на канал, или я появлюсь за твоей спиной и съем тебя. Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. О, кто-то не успел. Иду и вас пожирать. Хей, ребята, всем привет! Ну и снова на Сирена Студио вышла новая анимация «Паровозик Томас против поезда пожирателя». Вышел новый мультик с очень крутым сюжетом. Всем советую посмотреть. Ссылка находится в описании. Ну и не забудьте подписаться и поставить лайк. Хейушки, друзья, всем привет! С вами снова я, Слайкмастер Дарк. И у нас сегодня снова будет эксперимент со ступеньками лестницы в игрушке под названием «Гаррис Мод». Доброго времени суток, друзья! Ну и сегодня, ребята, прям очень-очень крутая серия у нас будет. Очень-очень много новых монстров. У нас сегодня, ребят, будет гигант с красными точками. Новая форма жизни. Или как она называется? Новая странная форма жизни. Как там, Дарк, она называется? Не помнишь? В общем, такой вот монстр Тревора Хендерсона. Какой-то такой, ребят, летающий скат. Кстати, ни одного еще ролика не было на канале про него. Конечно же, гигантский пупитр, или же кукловод. Гигантский кукловод, это такой вот, ребят, монстр Тревора Хендерсона, который умеет повелевать, захватывать монстров своими веревками. Ну и, конечно же, новые Сайренхеды 2.0, Сиреноголовый 2.0. И сегодня, ребят, да, у нас будут они пытаться забраться на ступеньки лестницы, на максимальную ступенечку, на которую только смогут. Если монстр может забраться на последнюю ступеньку, то значит он довольно-таки хорошо умеет прыгать, лазить, сбираться и преодолевать препятствия. Если где-то наполовину, а это большинство так может, то, в принципе, такой средний уровень. Но если, ребят, никуда он особо не может забраться, значит, скорее всего, у него есть какие-то другие способности, которые ему помогают преодолевать препятствия и убивать бедных людишек, дэшек или каких-то других монстров Тревора Хендерсона. Ну а если вы, друзья, наберете на этой серии 5000 лайков, то выйдет еще одна новенькая серия на канале со ступеньками лестницы. Только с кем? Правильно. Со светофороголовым, с Трафик Лайтхедом. Он только-только появился в Гаррис моде, так что, друзья, будет эксклюзивная новая серия. И заодно в этой серии можно будет испытать еще раз нового сиреноголового, светофороголового и многих-многих других сайренхедов. Прямо сейчас же, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и мы начинаем! Ну и, ребята, первый на сегодня монстр, он называется Strange New Life Form, или же Странная Новая Форма Жизни. Вот такой вот прикольный новый монстр Тревора Хендерсона. Какой-то, знаете, скатообразный. Вот такой, да, какой-то скат, только который, знаете, он получается не пузом к низу висит, да, то есть не горизонтально, а как-то вертикально находится. В вот таком вот вертикальном положении. А ну-ка, Дарк, иди сюда, сейчас давай мы его испытаем. Что это вообще такое? Что он делает? Ё-моё, что? Что происходит? Прикольный. А, тихо, чё лагает так? А, ребята, чё так лагает? Дарк, кажется, споткнулись. Что? Мощно, ребят, реально мощные атаки. Аж игра немного начала пролагивать. Ладно, ребят, думаю, хватит его испытывать. Давайте попробуем лазить по ступенькам лестницы. Ё-моё, что происходит? Что? Он прыгает? Что? А ну-ка. За него прыгать даже нет, ты просто идешь вперед. Вижу. И на последнюю ступеньку. Я вижу. Ну-ка, смогу забраться? А, Дарк, он же призрачный, ты забыл, что ли, да? Да, точно, ну-ка. Это же, ребят, призрак. Могу я снизу забраться на эти ступеньки? Как а ну-ка, давай, попробуй. А, не получается. Не получается? Уже есть пределы способности, видишь, так и не могу забраться на ступеньки. Так, оба-на, да, ребят, не получилось. А ну-ка, давай-ка еще раз с той стороны. Так, не получается здесь. Так, а ну-ка, ребят, где же получится? Сейчас давайте попробуем. Может быть, где-нибудь вот здесь вот получится? О, ну, смотри, кажется, да, получилось. Ребята, капец, конечно, имба прям на ступеньках. Особо даже ничего не надо делать, просто берешь, идешь вперед и сбираешься на максимальную ступенечку. Очень-очень, ребят, имбовый монстр. Он умеет переходить в абсолютный инвиз, то есть становиться прям полупрозрачным таким, и его довольно-таки плохо видно. Капец, конечно, ребят, скат у Тревора Хендерсона, да? Ну, в принципе, чему мы удивляемся? Если у Тревора Хендерсона светофор, это, ребят, огромный монстр, со светофором сверху, фонарь это огромный фонареголовый, сирена, да, это сиреноголовый, ну, короче, ребят, и скат у него вот такой вот, странненький. У Тревора Хендерсона прям реально, ребят, фантазия жесткая. Так, все, давайте в последний раз мы забираемся за этого монстра, называется, капец, конечно, ребят, странная форма жизни, собственно.
Так, вот, все, мы залезли. Ну и давайте мы прямо сейчас же перейдем на следующих монстров. Это будут... О, гиганты с красными точками. А, давайте попробуем. Давай. Так, ребята. Ого. Нифига себе, конечно, мы, ребят, бегаем. Подожди, я бегу, он меня стреляет лазерами, ты понимаешь, во все стороны, как? И зачем он это вообще делает? Так. Офигеть. Так, сейчас, ребят, подождите. Вот, выше. Давайте. Так, а прыгать, кстати, мы прыгать, ребят, умеем? А то я что-то не помню. Так, о, на, залезай. Я забрался. А ну-ка, сейчас я тоже, вот, все получилось, ребята. Ура, мы смогли. Так, Дарк, получай. Так, о, ребята, ладно, к сожалению, мы друг другу, видимо, урон особо не наносим, потому что, ну, мы два одинаковых, как бы, монстра, да? Я думаю, они два брата-акробата. Правда, видите, у меня есть красные точки, а у Дарка нет. А, хватит стоять по мне лазерами. Кстати, да, почему он стреляет? О, кстати, подожди, я тебя атакую? Или мы передаем друг другу энергию? Прикольно, ребят, прикольно. У этого монстра несколько стадий. Первая стадия, он чисто такой, знаете, темный, черный. Потом у него появляются красные точки, из которых он стреляет лазерами. И максимальная форма, максимальная стадия, он, видите, ребят, до половины красный, красные точки. И он начинает все взрывать и всех убивать, все уничтожать. Вот такой вот прикольный монстр, гигант с красными точками. О, смотри, я тоже пришел в новую стадию. О, вижу. О! Кстати, смотри, как мы довольно-таки быстро бегаем. Ты это видишь, да? Смотри. Uh-huh. Реально, ребят, быстро бегаем. Так, вот. Мы лазерами постоянно стреляем. Да. Подзаряжаем друг друга, ребят, лазерами. Ладненько, давайте сейчас будут следующие монстры. Давай мы теперь поиграем за новых сиреноголовых. Вы помните то, что старые сиреноголовые не умели прыгать, а вот новые наконец-то научились. Сейчас давайте их, ребят, проверим. Эй, братишка сиреноголовый, а что это такое, а? Не знаю, но мне кажется, сверху есть что-то вкусненькое, надо за этим залезть. Да, давайте, ребята, залезем и посмотрим. Ну и, кстати, да, ребят, смотрите, у этого сиреноголового 2.0 есть целых две, так скажем, стадии, да? Он умеет передвигаться на четвереньках, как гопник какой-то, да? И умеет быть прямоходящим. Кстати, какая более прикольная стадия, Дар? Какая тебе больше нравится, гопника или прямоходящего, который похож на более старого Сайронхеда? Ну, гопник прикольный, мне кажется. Угу. Хотя, на самом деле, по идее, сиреноголовый прямоходящий. Короче, ребята, смотрите. Этот сиреноголовый научился прыгать. Вроде даже умеет лазить. Старый сиреноголовый не умел так делать. Он только умел ходить, охотиться на людишек, хватать их там, убивать. Этот умеет пускать звуковые волны со своих сирен. Также еще умеет прыгать, лазить и так далее. Подожди, кстати, лазить он точно умеет? А, по-моему, он во второй форме умеет, да? Когда он, получается, вот так вот, ребят, будет... Вот, а ну-ка. Нет, подожди, мы что? Нет, ребят, не умеет. О, я думал, умеет лазить. Нет, блин, ребят, только умеет прыгать. Ладненько, немножечко, так скажем, вас дезинформировали. Но прыгает он довольно-таки, в принципе, неплохо. Это эксперимент вообще-то, так что нормально. Не забывайте, ребят, это эксперимент, мы сами, так скажем, только все это изучаем. Только на все это смотрим, на всех этих монстров. Поэтому мы и сами толком пока что не все на 100% знаем. Так, давай. Он меня залагивает, блин, как-то странненько. Так, давай, поднимайся. Кстати, как он лучше прыгает? Когда он прямоходящий, по-моему, да? Мне кажется, да. Он же повыше, по идее, становится. Ему очень-очень сложно на маленьких ступеньках. Ребят, я как не могу эти ступеньки маленькие перепрыгнуть. Вот. Ему аж места, блин, не хватает. Вот и последняя, ребят, маленькая ступенечка есть, фух. Наконец-то мы ее преодолели. Вот, еще давайте выше. А, как туда так залез? А вот. Вот ты, блин, читер, а? Так, сейчас. А, нет, куда? Нет! Димон, сиреноголовый, нет! Зачем, ребят, вниз упали? Ну как так получилось? Так, вот еще давайте выше. Ой, застряли. Ребят, ну как так можно, а? Вот, тихо. Прыжок. Так, давайте, прыжок. Еще давайте. Короче, ребят, примерно где сейчас Дарк, это максимум нашего Сайронхеда. Ща, я вот давай-ка перемещу, наверное, мне кажется, повыше, а то что-то совсем он как-то не хочет лезть. Так, ребята, прыжок. Давай. О, есть, залез. А выше не получается, да?
Да. Получается, да, вот, ребят, это максимум наш. Ну, как всегда, есть вариант. Ну, а ты помнишь сиреноголовый, как бы, куда старый мог залезть? Он буквально несколько мог только ступенек пройти. То есть, ну, вот где-то вот здесь вот был его уровень. Буквально 3-4-5 ступенечек. А это, ребят, видели, куда забрался. Блин, ребят, мы немножечко, короче, тупанули, так скажем. Умеет сиреноголовый лазить. Очень-очень хорошо умеет лазить, смотрите. Подходим. Даже можно сразу же на максимальную ступеньку. Одновременно стартанем. Давай. Ты готов? Да. Раз, да. Два, три. Так, мой, кажется, немножечко побыстрее будет. Давай, давай, давай. Вот, все отличненько. Залезли. Ты, получается, был прямоходящим, а я, ребят, получается, был на четвереньках. Понятненько. Так, давай сейчас, ребят, еще раз попробуем. Опять же, оказывается, сиреноголовый умеет лазить. Просто у нас немножечко ступеньки были поломаны предыдущими монстрами. Поэтому они, ребята, скажем, были нематериальны. Точнее, были материальны, но, так скажем, не до конца. Короче, неважно. В общем, он умеет, ребят, лазить. Только, походу, не по самым маленьким ступенькам, по крайней мере. Так, а ну-ка. Да, смотри, он, кстати, не лазит почему-то по самым маленьким. А у тебя лазит по самым маленьким или нет? А зачем их тебе спрыгнуть? Наверное, нужно побольше, повыше. Побольше ему нужны ступеньки. Слишком эти, ребят, маленькие. Так. Он такой, какая низость, не буду здесь лазить. Угу, походу, как-то вот так вот это работает. Так, давайте, ребят, еще выше. Во-во, давай-давай-давай. Практически, практически. Прыжок. Сейчас. Мы, кстати, довольно-таки в этот раз легко и быстро залезли. О, смотри, да-да-да, лазит. Очень даже, ребят, хорошо лазит. Так, ребят, давайте выше. Вот, отлично. Еще давайте выше. Я обогнал, сейчас буду первым. Еще выше. Да как ты меня обогнал? Ну пока я, ребят, там залагал, блин, в этих текстурах, в этих всех там стенках. Давай-давай-давай. Блин, ты немножечко был быстрее. Да. В общем, да, ребят, этот сиреноголовый умеет лазить, причем довольно-таки быстро бегать, хорошо прыгать. Ну и смотрите, ребят, также умеет стрелять своими звуковыми волнами. О, смотрите. На, получай. Братишка сиреноголовый. Ну и теперь давайте мы, ребят, перейдем на следующего монстра. Его испытаем на ступеньках. Это Джен Пупитер или же кукловод. Гигантский кукловод Тревора Хендерсона. Погнали. Ну и теперь, ребята, Джен Пупитер. Кукловод. Вот такой вот огромный монстр Тревора Хендерсона. Ну, а получай. Смотри, Дар, какие он мощные взрывы делает. Ты это видел? Угу. А ну-ка, подождите, ребят, попробуем еще раз. Во, ё-моё. Так, интересно, интересно, насколько он, ребята, высоко лазит. Офигеть, смотрите. Так, выше, выше. Сейчас, подождите, ребят, разгончик. Я понял, сейчас залезем. Сейчас, ребят, залезем. Так, прыжок, вот, давай, есть. Залезли, друзья. И, ребят, и Дарк залез. Ё-моё, мне кажется, ступеньки, кстати, разрушает, да? Своими взрывами. А-а-а! Чё-то, ребят, взорвалось, и мы, смотрите, просто улетели с них. Хо-хо-хо, офигеть. Так, так, так. Разгончик. Да, вижу, вижу, вижу. Ребята, по ступенечкам бежим, 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 а все, ступеньки-то разрушились. А все. А, пытаюсь, пытаюсь, ребят, залезть. Выше, 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 давай, давай, давай. Ступеньки, ребят, ломаются. О, выше, выше, выше. Давай, 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 давай. Сейчас, ребят, залезем. Сейчас, погодьте, вот, залезем. Есть. А, прям смотрите, ребят, под ногами у нас все рушится. И все это, конечно же, после того, как наши кукловоды пробежались. Наши Джен Пупитеры по этим ступенькам. Смотрите, ребят, ступеньки просто начали разрушаться. Офигеть. Получается, сегодня, смотри, у нас странная форма жизни забралась, по-моему, лучше всех и быстрее всех. Угу. Также, ребят, довольно-таки неплохо справился сиреноголовый, который может просто сбоку оббежать все эти платформы и залезть сразу на максимальную ступеньку с помощью своей читерской способности, умения лазить, да, карабкаться, какой-то скалолаз или кто-то наподобие. На самую-самую максимальную ступеньку. В принципе, довольно-таки, ребят, также хорошо себя показал и красный гигант, да, гигант с красными точками, и наш кукловод. В принципе, все монстры сегодня довольно-таки себя хорошо показали в этом эксперименте. Все довольно-таки хорошо взбирались на ступеньки и лестницы. И, кстати, получается, все сегодня, ребят, монстры забрались на максимальную, на последнюю ступеньку этой нашей большой лестницы. Ты посмотри, где я стою. Вижу, вижу, вижу. Ну а с вами были я, Slikemaster Dark. Если вы, друзья, хотите новенькую серию про ступеньки со светофороголовым, то давайте наберем на этой серии 5000 лайков. И мы, ребята, с вами, конечно же, на этом прощаемся. Всем пока-пока. Всего хорошего, народ.